Привет, друзья, с вами Гиф и новости по элите. Давно мы с вами не виделись, но это не я виноват, а фронтиры, судя по всему, приняли обет молчания, и рассказать-то особо вам и не о чем. Но я попробую. И этот выпуск новостей потому и короткий. Просто маякну вам, что со мной все хорошо, а то пилоты уже спрашивают, куда пропал. 3 недели назад в новостной рассылке фронтиры заявили о полной поддержке Oculus Rift игрой на момент выхода очков, который, кстати, состоится то ли завтра, то ли послезавтра. И на неделе игра обновилась до версии 2.07. Этот патч добавляет в игру поддержку Oculus SDK 1.3 и различные улучшения для виртуальной реальности. Пару недель назад фронтиры в рассылке показали целых 2 картинки. Одна из них говорит нам о том, что общественные цели будут видны на галактической карте. А вот вторая... Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Последняя рассылка показала нам концепт космической базы, но уже не на поверхности планеты, а запрятанной в каньоне. Если быть точным, это база одного из инженеров, того места, куда полетят игроки, чтобы обменять свои кредиты, материалы и душу в обмен на улучшение корабля. Не раз возникали вопросы по русской локализации, а я как-то запамятовал рассказать об этом, что да как творится. Те правки, которые сообщество отправляло фронтирам в сентябре, все-таки добрались до них, но серьезно позже. Сейчас для русскоязычного сообщества создан на официальном форуме фронтиров подфорум перевода, поэтому все недочеты перевода стоит обсуждать и писать там, что игроки делают, и эти правки по мере внедрения будут вноситься в игру. Из того, что игроки написали в сентябре, тоже должны какие-то изменения попасть. В общем, надеюсь, что в 2.1 уже увидим какие-то результаты работы. Что еще можно рассказать из околоигровых новостей? Потому что игровых больше нету. Тем, кто пользуется проектом EDFX, сообщаю, что вышла версия 2.5.06. Можете пользоваться, кто еще не скачал. Пару недель назад один из игроков с Reddit нашел портфолио еще одного дизайнера элиты, и я сейчас покажу вам несколько картинок из него, а ссылка на сам сайт в описании. Здесь есть несколько интересных концептов, но мне больше всего нравится вот этот. А вот на этом, наверное, все новости. Аж за 3 недели. Надеюсь, в ближайшее время фронтирам будет что рассказать, а значит и мне тоже. На этом все. С вами был Гиф, и удачных вам полетов.